Лето подходит к концу, но работа детских, дворовых, досуговых, спортивных площадок продолжается. Наша съемочная группа побывала на досуговой площадке при Доме культуры в Петровском сельском поселении. Как дети проводят там досуг, смотрите в следующем материале выпуска. Вот так энергично и весело начинается день у юных петровчан на площадке под названием «Смешарики». Работники культуры станицы Петровской каждый день для них организуют развлекательные программы. С 10 утра и до обеда у ребят есть возможность вдоволь наиграться, а также научиться чему-то новому. В программу входят не только игры на свежем воздухе, но и творческие мастер-классы и экскурсии. Дети приходят с удовольствием, мы занимаемся различными формами работы. Это как и начинается с познавательных программ, устных журналов. Также у нас различные развлекательные программы. Это мы программы, мы бегаем и в парке, мы работаем и прыгаем также в самом фойе Доме культуры. По вторникам мы занимаемся в творческой мастерской. Дети с удовольствием работают с ножницами, с цветной бумагой, клеят, вырезают. Мастерят из пластилина. Ну, в общем, каждый находит свой досуг. После игр на площадке у детей остается много положительных эмоций. А это значит, что организаторы и воспитатели на площадке стараются не зря. Мне очень нравится здесь. Мы здесь все энергично делаем, гуляем, там обручи крутим. Еще у нас тут очень весело, у нас там зарядка, есть площадка называется, смешарики. Очень весело, короче, здесь. У меня нету слов. Мне очень нравится здесь на площадке. Мы здесь рисуем, лепим, собираем лего, дежурим. А еще мы здесь играем с мячами. С нами зарядку проводят. Я очень рада, что есть такая площадка. Я очень люблю сюда ходить. Мне здесь нравится. Не за горами 1 сентября. Школьная форма, портфель, учебники. Для кого-то первый звонок. Можно с уверенностью сказать, что петровские школьники готовы к учебному году. С новыми для себя открытиями, полные сил и энергии. Они распахнут двери любимой школы. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».